Виктора, хочется вручить тебе подарок номер два, который, ты знаешь, тоже можно применять в быту. То есть можно. Это еще не все. То есть одного мало, да? Нет, нет, одного мало. Он тоже с магическим таким подтекстом. Так, ну-ка, удиви меня. Удивлю. Давай. Особенно он нужен, во-первых, так. Если им часто пользоваться, гарантирован спортивный тонус организма. Это важно. Да, для моей цели. Вот. И как басисту, творческому человеку, это лестница успеха. Каждая ступенька которой тебя приближает к творческим и жизненным высотам. Офигеть! Спасибо большое! А что с ним делать? Я же знаю, что... Спасибо. Сложи, пожалуйста, вот туда. Спасибо, я прям сейчас начну, можно? А еще можно, знаешь, что делать? Ёжики. Была такая сказка про ёжика. Ёжик залезал на небо и протирал звезды. Да, вот, да, типа да. Того. Петро, вот ты с ними двумя будешь гладить звезды с лестницы. Прекрасно. Спасибо. Забывать голоса, никого не любить. Не хватает тебя, не хватает меня, не хватает огня. Здесь музыки нет, здесь погашен свет. Ты не увидишь меня, а я боюсь того дня, когда день ударит в лицо, и ты снимешь кольцо. И заметишь, что время оставило след, а значит тебе так много лет. Много лет.
Следующей песне нет места. Особенно актуально, когда здесь вот с парковкой начались такие проблемы. Вот каждый раз мы, когда приезжаем в клуб, напеваем эту песню. Да, Ютро? Да! Сплю в машине на нашествии. Очень полезная штука. Спасибо.
ты думаешь, это любовь? Ты думаешь, это любовь? Oh,
здесь. Смотри, на красный закат. Пока я стою на этом краю, могу, оглянувшись назад, после этой песни. Не Юль Трона с днем рождения. Мы знаем, что Оксана, я ее сегодня видела, где-то здесь. И у нее сегодня день рождения. Оксаночка, мы вас поздравляем. Мы вам желаем, конечно же, любви. Юля, вон она, я ее нашла. Еще у кого-то день рождения? Это не бытовые приборы. Они не будут тебя не согревать, не регулировать твое настроение. Спасибо. Спасибо. С днем рождения. Оксаночка, следующая песня для вас.
полгода на счастье. Спасибо.